Вот. Уже пошла, да? Всем привет, всем здравствуйте. Вы на канале «Все будет хорошо». И с вами я, Елизавета. Я подошла к кукурузе. И смотрите, она уже выросла. Какого роста? Смотрите. Вот какого роста. А когда я подходила, она была вот так. До колена. Вы помните? Вы еще говорили, о, вырастет, будешь рвать кукурузу. Скоро мы будем рвать. Вот видите, какая высокая. Вот какая высокая. Вот какая кукурузища. Это, наверное, еще от жары и от дождей. У нас было жарко, 35 градусов. Месяц стояла жара. Поэтому она, наверное, так выросла. Ну, а початок еще нет. Вот, ни одной нет початки, но высокая. Может быть, сорт такой. Вот. Вот видите, какая вымахла была по колено, когда я заходила. Ну все. Сереж, выключай.